Да. А что тебе понравилось? На сцене там бабуя. А что бы ты пожелал детям в новом году? Счастья, здоровья. А как тебя зовут? Лилия. Расскажи нам сегодняшний спектакль. Ты первый раз видела? Да. И что, тебе понравилось? Да. А что больше всего понравилось? Бабки и ёшки. А чем? Ну, не знаю, они такие прикольные были. А когда украли Деда Мороза, ты верила, что спасут его? Да. А почему? Потому что Дед Мороз существует. Желаю вам счастья, здоровья в новом году, чтобы не было проблем.